Всем здорово, ребят, еще раз у нас сегодня 1 сентября, и я решил все-таки записать, ребята попросили, я покажу вам немецкий сервер во всей красоте еще раз, и другие сервера, что же делается на 1 сентября. В общем, здесь коллекционер топовый, вот эти вот книги, вы увидите видос, я практически зафармил уже максимальный 50-й левел за 5 минут. В общем, Фобос, топовые плюхи, посмотрите на вот это вот. Вот это мне больше всего нравится на немке. Куча обалденных плюх. Карта на архидемона. 400к зпшек и сменка за какого-то Веревульфа, которого можно по сути получить. Итак, Фобос, Фрея со скином. Ну, в общем, со скинами сразу же герои падают. Это реально очень круто. Тут вот тоже. Так, это у нас только обалденно просто. Жмакаете магазин скидок просто бешеный. 20 слизней за 900. Ну, то есть это не равняется, конечно, с АЭСом, где я вчера 100 забрал за 700. Но вот это тоже круто. Это один герой практически на фул прокачанный. Почему бы и нет? Куча разных подгонов за самоцветы, как видите. Вот реально, что самое больше всего радует, что за самики. Дальше. Это не все, ребят. Это еще не все. Вы сейчас офигеете просто. Это у нас акции сейчас поменяются. Здесь, как видите, обалденнейший, как его, фонтан. Я уже даже забыл, потому что на большинстве серверов его нет. Здесь фонтан регулярно. И вот X2, две монетки мы получили. Следующий я могу еще раз взять и умножить на 2. Этого я уже получу 6 монеток, ребят. Вот так вот, 6 монеток и еще одну X2. Ну, то есть 8 монет я сделал. Соответственно, я потом за эти монеты смогу взять другие плюшки, еще больше развить. То есть это реально очень круто. Почему этого нет на русском сервере, на других серверах? Это вопрос к локализаторам. Ну, просто ленивые ребята, походу. Немцы красавчики. Но самое основное вы сейчас увидите здесь. Найм по 1500, само собой. Заходим. Заходим вот сюда вот и просто офигеваете вот с этого. Посмотрите на этого идеального, просто идеальный бог грома. Почему? Неважно, там самую топовую награду вы потом заберете, не заберете. Но вот самый низ, посмотрите, вторые мешки огника, которые просто даются, ну, по сути, на халяву. Я считаю, ну, то есть огника здесь, рунки десятые, смены созвездий. Просто офигенно. Вот поэтому на этом сервере реально очень много ребят играет. И многие начинают здесь. Посмотрите, какие здесь плюхи в наградах. Не такие, как везде. Мешки с эмблемами. Я не знаю, какие, ребят, напишите, кто играет, кто вытаскивал, какие здесь эмблемы дают. Мне кажется, что, наверное, скорее всего, восьмые. 7 коробок сразу же. 20, опять же, топовых слизней. 20 рунок 8 левела, карта и 400 камней на прокачку. Ну, не круто? Круто. Как по мне, реально очень круто. И действительно, оно того стоит играть здесь. Ну что, давайте жмакнем 2 по 450. Или давайте подождем 1,5 минуты, оно сейчас обновит. И пойдем потом по другим серверам еще полазим, посмотрим. В общем, обалденно, просто обалденно. Так, что у нас тут карточка? Ну, в общем, для игры, я считаю, более комфортного сервера даже Тайвань на сегодня не равняется с этим сервером. Такс, отлично. Пару минут перезайдем, пока почистим наш склад. А вдруг выпадут мега имба легенды? Давайте откроем. Так, и что тут у нас? Ну, в принципе, нормально. Пойдет. Ниндзя. Так, хорошо.
Так, окей. Тут ничего интересного такого нету. Так, обновились акции, перезаходим и смотрим, что будет сейчас интересного. Что поменяется? Будет ли опять так какой-то трэш? Ну и так, я вам говорю, этот сервер просто бешеный. Так, смотрим. Награды за питомца. Вот так вот. Посмотрите, опять карта и прочее. Обалденно, обалденно. А, так, давайте с самого начала. Так, сумочки, расходники. Тут ничего не поменялось. Вуаля! Награда за один сам, ребят. Награда за один самоцвет. Пожалуйста, две коробки. Ну, круто, круто. О чем еще говорить? Просто бешеный сервер. Реально, просто бешеный сервер. Так, получили, смотрите, вот 50 самоцветов на халяву. Поехали посмотрим, что это за акция. Так, понятно. Это еще идет до сих пор. Кстати, вот видите, ни один не... А тут уже больше шанса нам не дают. По 200 оно. Окей. Ну, вроде как бы все. Вот так вот, ребятушки. Круто. Как по мне, реально очень круто. Давайте откроем эти две коробки, чтобы они нам не мулили. Смотрите, 22 карты смены. Так, гнев. И каменка. Я так расставлю. Поехали, попробуем, испытаем удачу. 450 и 50 добавили. Еще раз 450, 150. И ничего нам не упало. Ну, так тоже бывает. Так, ладненько, поехали еще посмотрим. По-моему, Португалия, либо Испания. Посмотрим этот сервер, что здесь интересного есть. Ну, немка, конечно, на высоте. Немка просто на высоте. Так, что у нас тут? Пирата. Логуар. Мешки Огника первые, ворожей. Ну, ничего такого не поменялось. Так, понятно. Что по наградам? По натрату. За питомца. Блин, и регулярно эти акции идут на этих серверах, реально. Все за самики. Нету больше ничего такого интересного. Так, давайте забежим на Индонезию, еще глянем, что есть на Индонезии интересного. В общем, как видите, море всего. Только не на русском сервере. Хорошо, хоть на русском дарят те наборы, которые там набор студента. Чё не набор школьника? Так. Так, проспектор. Тут больше рынок интересен. Тут тоже бывает часто базарный набор накопления, такой как на английском. И сегодня здесь халявы. Нету. Тоже ничего нам не упало интересного, к сожалению. А, так. Давайте еще на арабский забежим. Посмотрим, что есть на арабском.
Это такие самые интересные сервера, где нестандартные бывают плюхи, поэтому еще сюда забежим с вами, глянем. Такс. Нету сегодня здесь никакой халявы. И остров. В общем, вот так вот. Ничего, скажем так, сверх, естественно, на этих нету, но немка, как обычно, просто на высоте. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.